За нарушение во время общероссийского голосования по поправкам Конституции грозит уголовная ответственность. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Тем временем в стране продолжают обсуждать предстоящие изменения в основной закон. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса этой недели о самых важных поправках для россиян. В пятерку популярных в социальном блоке вошло положение о признании культуры уникальным наследием многонационального народа. Ее выбрало 87% опрошенных. Эксперты отмечают, что нужно стремиться к сохранению традиций. Только на территории Тюменской области проживает более 100 национальностей. Наша страна многонациональна. Только 300 национальностей, которые говорят на 197 языках. Даже различия в костюме, различия в национальной кухне, различия в изобразительном искусстве, в архитектуре. Оно настолько уникальное, настолько оно за тысячелетия сложилось у каждого народа, что народ бережно ее сохраняет и передает своим потом своим детям, внукам и так далее. И, конечно, между собой-то тоже эти культуры обмениваются, они обогащают друг друга.